там с Путиным было. Братан, я приехал на открытие арены, мне было лет 12, и открытие арены открылось только. Мы первые тренировались, даже Спартак еще не тренил. Прилетает Путин на вертолете, Владимир Владимирович, братан, что было. И, ну и все, и оттуда, я же 12 лет, я еще не медийный. Мне все родители говорят, типа... GetX, проект с лицензией, краш, ставки на спорт, получи 100 рублей за репост, промокоды каждый час в разделе бонусы. Иди на первый ряд, там, наглость нужна. Я это запоминал, типа, и в моменте я вот до Путина, типа, в Спартаке это не применял, всегда на заднем плане был, и вот, вот этот барьер был, он приехал, я именно в первый ряд встал и стою, и просто Путин мне, пожал руку и по голове погладил тогда. Я вообще, ебать, охуел. Вот, наверное, наглость третья.